в антропометрии двух спортсменов. Сейчас увидим на инфографике это. Да, и в росте 15 сантиметров. 185 сантиметров tall. His weight 61.2 kilograms. Fighting out of Семей, Казахстан. Қарсылыңыздар, Бақытжан Қалдыбаев! His opponent fighting out of the red corner. His professional record 3 wins. Stands 170 centimeters tall. His weight 61.2 kilograms. Fighting out of Алматы, Қазақстан. Ханымдар мен мырзалар, қарсылыңыздар. Акимжан Хашимов. Хашимов Акимжан против Бақытжана Қалдыбаева. Ой, Бакиджан супер сухой какой-то парень, не удивился бы, чтобы он и в легчайшем весь себя попробовал. Да, и такая стойка нестандартная, да, в исполнении Қалдыбаева. Да, 15 сантиметров разницы. Интересно, работал ли кто-то настолько же высокий с Акидой в тренировочном лагере? Нет, он, кстати, Қалдыбаев вышел на супер коротком уведомлении, да, тоже за неделю, что ли, до боя. И такой, да, уже стойка его нестандартная какая-то такая, впечатляет. Да, и внешность тоже. Да, антропометрия. Ой, хороший хайкик. И такая тайская манера. Поэтому, возможно, скорее всего, и Вадим Агай присутствует в углу Акиды. Да, Акиды крепко сбитый такой, мясистый. Вот прям видно у него мышцы. Подавливает, работает первым номером. Акида прижал к клетке. Я думаю, что он понимает, что его дистанция точно не дальняя. Да. Нужно максимально сокращать дистанцию, потому что, да, там разница только в речи какая, да, между двумя спортсменами и в росте. Как будто правда, да, два спортсмена из разных весовых категорий, да? Ну, в любом случае, да, мышечной массы Акиде, я думаю, хватит. Да, поджимает. Акида работает первым номером. Ну вот, да, уже спиной. Он и очень хорош в ударной технике, кстати. Да, такая. Просто дать. Ой, бокс, слушай, у него пропустил, нестандартный. По-моему, Акида, и сразу же ответил правой рукой. Да, нужно почувствовать, наверное, дистанцию Акиде. А вот у Бакиджана, мне кажется, прям получается делать то, что он хочет. Но да, я, конечно, переживаю за него в том плане, что он прям спиной протирает, да, сетку, это опасно. Постоянно, можно так сказать, спиной чувствует вот эту сетку. Это не очень хорошо в ММА особенно, да. Я думаю, рано или поздно какие-то предпринят попытку прохода в ноги, да. Да, друг друга пугают сейчас обманными движениями спортсмены, что Акида, что Бакиджан. Да, Акида не форсирует события, обрезает углы, пока что работает, да. Ой, и тут падает. Да, хай-кик. Получается, сам себя Қалдыбаев. Но пока получается защищаться, подхватывает ногу. Но сейчас я думаю, что Акида будет наносить какие-нибудь жесткие панчи, потому что... Ну да, здесь надо очень осторожно ног. Ну, то, что, да, то, что я говорил, да, в ММА, вот эти такие, вот нокауты, да, снизу. Угу. Снизу. Очень неприятные, но сейчас вышел, да, в гард, и нужно обходить гард. Либо улучшать. Да, он пытается прижать своего соперника к сетке. Правда, это угол его оппонента, и здесь будут советовать, что делать ему. Да, освободить руку надо хотя бы одну, правую или левую, из тисков, из этих, да, и попробовать поработать локтями. Активный шок, смело. Ну и с такими конечностями, мне кажется, может что-то закинуть сейчас, попробовать Бакиджан. Да, что... если есть у него навыки, конечно, если ты еще... Просто ноги длинные, в принципе, я так понимаю, что тянутся тоже они хорошо, потому что парень... Ну, хорошо, Миша сбит. Да, Миш в партере, когда соперник такой сбитый, круглый, очень тяжело что-то накинуть ему. Если тем более он есть у твоего соперника навыки защиты, да, элементарно. Что и делает, да, Акида не дает, поджал локти, не дает раскрываться. Себя держит. Жесткий локоть. Очень злой локоть. Я думаю, что Бакиджан прямо сейчас прочувствовал. Да, еще один локоть. Да, еще. Я думаю, сейчас, скорее всего, остановит бой. Все, стоп. Ну да, полностью реализовал свое преимущество внизу. Winner by TKO, fighter of the red corner, Акимжан Хашимов! Акимжан, поздравляю тебя с победой. Я вижу, что сегодня за тебя пришел поболеть целый сектор.
Давай обратимся к ним. Ассаламу алейкум всем, всем, кто пришел. Рахмет, джигиттер. Красавцы. Акимжан, сегодня твоя команда вышла в финал Гран-при. Расскажи, будешь ли ты драться там или уступишь место кому-то из своих тиммейтов? Я буду в финале, Нурбекага. Любого сюда, любого бойца. Хоть Кинг-Конга сюда приводите, с такой подготовкой, иншаллах. Гран-при наш будет. Акида, и перед тем, как тебя отпустить, я хочу спросить самое главное. Я вижу, что в твоем секторе очень много детей. Я правильно понимаю, что когда ты готовился к бою, ты при этом еще и успевал тренировать молодое поколение? Да, я тренируюсь, выступаю, и вот как раз подрастающее поколение растет, хорошие, воспитанные, умные бойцы. Друзья, давайте еще раз поаплодируем Акиде. Рахмет. И, может быть, пару слов благодарности своим тренерам. В первую очередь благодарность всему составу Айзака, Эдуард Агай, Вадим Агай, Ураз Агай, Баур Агай. Столько сил, столько терпения, особенно во время весогонки. Это бесценно. И Алидар Булатович, вам огромное спасибо. Я думаю, вы видите, как мы растем. С малых лет мы у вас вместе с Айзагаем, и вот до такого уровня. Благодаря вам мы поднялись. Насчет гран-при. Гран-при выигрываю, и иншаллах на следующий день я делаю свадьбу, так что Нурбек ага после ивента сразу же на уйгурскую свадьбу к нам. Пришла поддержать будущая невеста Карина. Спасибо за все, за поддержку, особенно за терпение в такое, во время весогонки. Если в наше время уважение, семейные ценности, любовь считается каблуком, пусть я буду каблуком в этом, под глупком в этом мире. Зато это лучше, чем избивать, мучать, бить свою жену и своих детей, я думаю. Так что огромное спасибо, Бува, да-да, для Рака, апа. Бахтяр Чонгда, за всю поддержку, финансовую, особенно, когда мне это нужно было. Бабушка, к сожалению, сейчас ее нету, но все это ради нее. Когда-то я мечтал, чтобы она сейчас сидела и смотрела. Это была моя мечта, но не сбылось. Так что цените родных, близких, кто с вами сейчас, потом будет поздно. Всем рахмет. Акимжан, поздравляем с победой.